2021 год. Сегодня у нас 10 июля. Начинаем качать майский мед. Вот берем вот такие рамки, достаем из улья. Это мед, который начали собирать с самого мая. И я думаю, где-то, может быть, недели две назад закончили собирать, потому что тут уже ложить некуда ничего. Просто рамка стоит, они еще немножко будут печатать, но можно уже... Так, вот это у меня электронож. Нож, который нагревается, и им потом легко распечатывать соты. Включается он одновременно с лампой. Включаю нож, включается свет. И теперь нож нагрелся вроде бы уже, и начинаем резать. Начинаем срезать то, что пчелы запечатали. Называется это забрус. Но это я поставил рамку, чтобы было лучше видно. Но я думаю, мне так неудобно распечатать. Не распечатывать, а мне, когда оно вот так стоит. Тогда я могу залезть во все уголки. Вот. И таким образом мы распечатываем рамку. Снимаем крышечки, и вот он мед. Вот он медочек. Майский, хороший, вкусный. Вот пахнет как. Вот. Сейчас дойдет дело и до медогонки. Ну, это понятно, вот как она распечатывается. Туда кидаю, а оно там под низом стоит ведро, там сетка. И оно все стекает у ведро. Вот этот мед. Потом я его выливаю опять к общему меду. Он сейчас будет лежать. Можно эту распечатку собирать и кушать. Но так как мы люди молодые, поэтому жевать нам нечем. Зубастые. Зубастые, жевать нам нечем. Поэтому мы его или кому-то продадим, или кому-то отдадим. Вот именно. Или... Если никому не нужно, то мы его помоем и перетопим на воск. Так. Да, это самое вкусненькое. Такое самое. Вот. Теперь берем эту рамочку. Чтобы ее не стек, я переворачиваю. И сюда быстренько раз, вот так вот. И сюда вставляем. Ты показываешь, куда я вставляю? Да. Вот. Вот так оттуда. Вот. Вот так вставляем. Итак, три рамки. Сейчас пока перерыв. Потом, когда мы включим, когда все рамочки уже поставим, все выключаем. Так, значит, распечатал, выключил, все нормально. Следующая рамка стоит на очереди у меня. А я подхожу к медогонке. Вот они стоят здесь, три рамочки. Три рамочки. И в связи с тем, вот сюда покажи еще, в связи с тем, что ячейки, они стоят неровно, вот в которых мед хранится, а они вот под таким наклоном. Поэтому я медогонку кручу в эту сторону. А от инерции мед выбрызгивается сюда. И да, приступаем. Приступаем, начинаем крутить. И мед сейчас будет разбрызгиваться на стенке угля. У этого бочки. Вот он пошел. Thank you.
тяжелые, чтобы они не поломались. Я 30 раз вот так потихоньку прокрутил. Теперь останавливаю. Вот тормоз я здесь. Я нажимаю в обратную сторону. И рамки надо будет перевернуть все, чтобы откачать и с другой стороны немножко. Иначе они могут поломаться. Я как бы делаю равномерное давление на рамки. Ну да. Вот. А теперь эту сторону можно откачивать полностью. И вон там уже мед собирается. Вот сюда. Посмотри, Наташа, вот сюда. Вот сюда, вот сюда. Вон. Вон там. Не видишь? Видно. Поехали. Пахнет. Ну, в общем-то так. Откачивается, потом вот туда ведро подставляется, и ведро сливается. Так, правильно? Все.